Добрый день, дорогие друзья. Я вам сегодня хочу рассказать за автомобильный сигнал. Вот он здесь у нас предоставлен, клаксон. Видите, вот фирма Elegant. Состоит из двух частей, двух улиток. Питание 12 вольт. Ну, давайте посмотрим. Вот такая коробочка. Видите, вот. Значит, что мы здесь видим? Значит, сигнал воздушный, улитка, видите? 12 вольт, 8 ампер. Работает от минус 40 до плюс 60 градусов. Так. Вот он такой здесь поставлен. Видите, более. Значит, порекомендовали на сегодняшний момент цена-качество. Качественная и надежная Польша. Так, видите, в середине открыли коробочку. Находятся два клаксона. Реле для подключения. Ну, нам оно не надо, в машине есть. И крепеж. Видите, вот у нас находятся две металлические пластинки с гаечками для крепежа. Ну, в принципе, как обычно. Видите, с логотипом Elegant. 60 ватт, 12 вольт, 510 герц. Здесь у нас получается 60 вольт, 12 вольт, 60 ватт, 410 герц. Чуть-чуть ниже, там выше. Видите, вот такие вот сигналы автомобильные. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.